потому что он без меня, бывает очень часто, вот, допустим, если ты не поиграешь 2-3 дня, 2-3 дня, все, ты какой-то ходишь без настроения, без, не знаю, что тебе нужно. А когда ты, ну, просто, наверное, из-за того, что ты очень много отдал себя своему инструменту музыки, из-за этого оно уже, как бы, ты уже без него не можешь. Когда ты соло играешь, ты знаешь, как нужно играть, и ты слушаешь только свой инструмент, и все. А когда ты с оркестром играешь, тебе нужно слушать все инструменты, всю музыку вместе, чтобы играть, мало того, что... Я, конечно, мне больше нравится, как бы, играть соло, потому что я там главный. Ukrainian-born Alexandr Hrustevich is one of the world's most celebrated accordionists. He first picked up the accordion at the age of 5 when his father, also his first teacher, decided Alexandr would benefit from a musical education. Daily lessons and disciplined practice were not easy, but in the end, his dedication would make him a virtuoso. Конечно, я помню, это было 5,5 лет мне было, когда мой отец начал меня обучать игре на баяне. И я помню, как он звучал, это все очень нравилось мне. И отец очень хотел, чтобы я играл на баяне, вот, учился профессионально этому. Я любил играть кому-то постоянно. Я не любил оставаться наедине с инструментом и заниматься, как бы учить что-то, какую-то программу, выучивать это все. А когда нужно было кому-то поиграть, там, допустим, там, выступить, там, еще, я очень любил, когда публика, когда смотрит, когда я играю, и вот так, как бы можно сказать. Alexandr would go on to study under master and accordionist Vladimir Besfamilnov at Ukraine's National Academy of Music. His extraordinary technical ability has been compared to that of a pianist, and his repertoire includes classical, romantic, national, contemporary and jazz. Я хотел бы, Владимир Владимирович, чтобы вы рассказали, вот, как я в 2001 году поступил, и у вас был юбилей, 70 лет, помните? Помню, да, 2001 конечно. О, это вообще интересно. Он только поступил, я ему дал программу. И я вижу, он так быстро все выучил, что я его включил в программу своего юбилея. И он играл не только соло, но он играл с оркестром. Первый раз я тогда выступал как раз в Киевской филармонии. Да.
принцип всегда был, вот, допустим, вот, когда выходишь на сцену, нужно выйти сыграть, чтобы мало было потерь. Допустим, технически, в том плане, что не ошибаться, попадать на те ноты, которые нужно попадать. Вот. Ну, у него главная цель всегда это была аппликатура. То есть правильно поставить аппликатуру, как объяснить? Правильно поставить аппликатуру, чтобы играть произведение. Вот, это самое основное. И вот игра должна быть с чувством всегда, чтобы были эмоции, чтобы форма произведения была выстроена, чтобы не было скучно слушать. Может быть. Он выражает самого себя, значит. Через инструмент, через музыку. Конечно. Инструмент – это средство выражения музыканта, если до точности так выразиться. After Alexander uploaded a video to YouTube of himself playing the accordion with incredible dexterity, the video went viral and was picked up by the mainstream media, launching a career that would earn him international acclaim. Первый раз, что я выложил в интернет, это в 2007 году я играл концерт на своей родине. Ну, там, где родители живут сейчас. Вот, и интересная там сцена была, так оформлена, интересно, шарики там очень много. Так, был какой-то праздник, и вот не успели забрать вот эти шарики, эту сцену. Ну, получилось так, что я приехал, сыграл этот концерт. И более удачно его сыграл, и я решил выставить интернет. Я даже еще не знал, как это выставлять. Я попросил людей, спросил, как это делать, чтобы меня научили. И вот это первый раз я выложил свое видео, прям почти полностью концерт выложил. Я не думал, что будет так много просмотров, но действительно было очень много просмотров, очень много сразу комментариев, это все, и буквально после этой записи, где-то полгода, наверное, прошло, и у меня началась как бы вот такая гастрольная жизнь, можно сказать, по всему миру. While at the Music Academy, Alexander realized how important music was to him, as important as the air he breathes. He wanted to become the best accordion player in the world. Not just a simple accordionist. Indeed, because of his extraordinary abilities, critics refer to Alexander as the one-man orchestra. Вообще не понимаю, почему. Вот бывают, даже говорят, что вот сейчас вот у нас какие-то проблемы вот с Россией, с этими политическими делами. Говорят, некоторые люди вообще не, русскую музыку вообще не играют. Ну при чем тут музыка к политике? Вот при чем это? Я вообще не понимаю. Я считаю, что никакие инструменты не относятся к политике.
музыкальной школе я себе цель поставил такую, вот уже когда уже мне нравилось играть, мне интересовала музыка, вот стиль барокко, там русские композиторы, классика. Тогда я уже хотел вот это, как бы, чтобы на баяне можно было играть любую классику, любую музыку. И мне интересно было, как она звучит на баяне. Конечно, когда ты настраиваешься на определенный образ, и ты стараешься его передавать. Но оно по-разному бывает. Бывает один образ, бывает такое. Это зависит, конечно, от настроения тоже. Бывает же плохое настроение, и уже не думаешь ни про какие образы, ничего так. А когда подъем хороший, ты всегда рисуешь себе в голове какую-то картину, какую-то погоду, допустим, и так далее.